И всем привет, ребят, с вами Мистер Майк, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен новым обновленным вооружениям. И сегодня мы вместе с вами переходим к обзору и тестированию моей одной из самых, если не самой любимой пушки, а именно пушки Страйкер. Она претерпела определенные изменения. Мы не будем сегодня говорить про дистанционку, которую я, кстати, думал, что особо сильно не поменялась, и она находится в неплохом балансе, на самом деле, со сплэшом теперь есть огромные проблемы, но сегодня не об этом. Сегодня мы будем тестировать устройство Уран, то самое устройство, которое когда-то было мега имбовым. И по ощущениям, оно возвращается в мету, оно возвращается в наш матчмейкинг, в наш баланс. И на сегодняшний день может показывать очень жесткие результаты. Я уже это устройство протестировал. И скажу вам, что я офигел. Я просто офигел от того, во-первых, насколько хорошо летят ракеты. Да, то есть без никаких устройств сейчас вообще Страйкер полет ракеты очень и очень быстрый. А если брать во внимание именно Страйкер с Ураном, то теперь его скорость плюс-минус такая же, как скорость как раз-таки Страйкера дефолтного старого. То есть вы видите полет ракеты, да, и кажется, что это вчерашний Страйкер, да, это вчерашний дефолтный Страйкер. Но нет, это новый обновленный Страйкер, только Страйкер с Ураном, который наносит в полтора раза больше урона по противнику, имеет больший процент сплэша, и даже с тем, что сплэш занерфили, он все равно супер крут. Прям, я бы даже сказал, мега крут. И это то устройство, которое по ощущениям в ближайшем будущем будет мега актуально в матчмейкинге. И то устройство, которое будет реально имбалансной вещью. Потому что именно с этим устройством у вас есть возможность ваншота противника, любого легкого и даже среднего танка без ДАшки, по безрезу у вас вылетает ваншот. То есть вот сейчас по резистному танку у нас летел выстрел с 2000 уроном. По безрезу вы видели ваншот, 3,5 на залетик. И на постоянной основе у вас есть возможность дополнительного урона. О, со мной, кстати, бойцы супер гениальные запикались. Группочка нагибаторов. Нагибаторы, если вы меня слышите, приветствую вас, приветствую нагибаторы матчмейкинга. Но у нас по ощущениям здесь будет супер быстрая катка, поэтому мы вместе с вами скатаем еще один боечек. Попробуем, конечно, здесь еще покидать урон, позалетать на вражеский респ. Главное, чтобы меня особо сильно не стопили. Но то, что нет резов от Страйкера, и он в такой мете... Фу, боже, как же это жестко. Как же это, мать его, жестко. Так, главное сейчас нам взять какую-то позицию неплохую. На любой средней, да даже на большой карте. Даже на вот такой здоровой карте Страйкер может быть актуален и может быть супер полезен. Да, по урону, по накидочке, по реализации, да, если учитывать тот факт, что я к этому Страйкеру привык, да, и то, что я вчера еще играл с таким же самым Страйкером по скорости полета, а сегодня, ну, грубо говоря, у тебя Страйкер такой же, только с повышенным уроном, да. Это, конечно, нереально жестко. Это очень круто. Но у нас тут будет быстрое супер завершение, и дальше мы уже вместе с вами пикнемся каточку и попробуем реализовать уранчик где-то, надеюсь, на не на самой большой карте. Но я не знаю, я прям мега рад. 3,5 просто в танк, 3,5 в танк. Если чуть пожить, если чуть пожить и покидать урон, то по ощущениям это, ну, просто развалисимоса, габелисимо и все в этом духе. Давайте пикать и смотреть, куда нас сейчас закинет. Посмотрим, что у нас будет по боечку. Но, блин, ну это выглядит супер жестко. Это выглядит супер жестко. Это выглядит безумно. Я сыграл
одну катку на этой комбинации в рамках режима, вроде как был у меня джиггернаут, да, и я сумел на этой комбине в джаггере на бойне набить 1200 очков против не самого слабого противника. Я честно офигел. Я просто офигел на то, насколько большое количество урона летит. Резы, правда, есть уже в два от противника. Ну и давайте попробуем сконцентрироваться на игре. А то пока что я только радуюсь. А надо немножко сконцентрироваться и постараться попадать каждый выстрел. Именно с кризисом у этого вооружения открываются дополнительные возможности по накидке по урону. По 3 с половой летит с одного выстрела. Дабл килл. И еще дополнительная добавочка. 6 киллов в ряд за одну минуту. Работаем. Пробуем делать максимум. Пробуем делать максимум. Можно даже, если честно, здесь особо не стараться делать досрочку. Ну и просто накидывать урон. Также не забываем, что на страйкере теперь нужно стараться попадать четко в танк противника. Хоть даже с ураном у вас есть повышенный сплэш. Но все равно лучше стараться попадать четко в цель, дабы у вас проходила та самая лютая максималочка. И с этой максималочки вы наносили очень хороший урончик. Но с таким ураном прям, ну, максимально комфортно играть. Да, то есть с таким полетом ракет я чувствую себя, как будто я играю на старом страйкере. Потому что когда-то что-то подобное было. Что-то подобное было. Потом просто все это сильно поменялось. Сильно занерфилось. 9 киллов у нас уже есть. Эти все киллы чисто на пушке. 90% овердрайва. Попробуем сейчас дать какой-то еще один кильчик. 3 с половой залетает. Еще 3 600. 3 500 вернее. И пробуем забрать здесь магнума. У нас появляется уже овердрайв. Наш тиммейт делает доставочку. Переключаемся. И пробуем сделать тоже еще один доставкин с разыгровочкой овердрайва, либо можно даже без овердрайва. Да, можно просто поставить. Можно чуть откатить назад. И дать вот такую шареллу на три танчика. Даже четвертый у нас чуть-чуть на закрепку пошел. Попытаемся затушиться на базе противника. И дополнительно еще покидать урон. 1000 с уроном есть. Быстро, ой-ой-ой, не с той ракетки у меня полетело. 800 по резисту. По резисту, кстати, не так, все круто. 800 по резисту, это не так приятно. У рана нет критических выстрелов, поэтому если вы играете против большого количества броников, то, в принципе, это вам ничем не мешает. Вы спокойно накидываете по ним урон. Но вот если есть резисты от страйкера и нету броников, да, то в моменте более актуально использовать как раз-таки страйкера с устройствами по типу там какого-нибудь адреналина либо статусника, чтобы у вас криты проходили. Ну и также не забывайте про сводку. Обязательно не забывайте про сводку, потому что сводка стала быстрее, и даже с ураном у вас сводочка стала быстрее. Теперь есть возможность за счет этой сводки тоже наносить хорошее количество урона. Если раньше с ураном особо в этом смысла не было, то сейчас в этом определенный смысл имеется. И поэтому за счет этого тоже нужно грамотно отыгрывать и понимать, где в моменте можно просто свести противника, какого-нибудь аресика условного, да, и спокойно его раздамажить, разыграть. Так, вот здесь у нас шафтецкий какой-то целится, но в ноль урона он стреляет. Я хочу закрепиться, попробовать на базе противника. И с этого закрепа уже начать накидку. Потому что я уверен в том, что можно сделать прям супер грязь на этом страйкере. Но пока у нас прям такой лютейшей грязи не получается сделать. Но посмотрим. Может быть, сейчас еще получится. 17 киллов у нас за 5 минут. Неплохой результат. Но можно лучше. Можно явно лучше. Мамонт здесь на сводке. Кстати, вот по таким мамонтам лучше, наверное, тоже сводиться. Лучше вот так вот просто в сводку падаешь. Ну и просто накидочку даешь. Можно еще пробовать разворачивать выстрелы, добавлять сверху дополнительный урон. Ну и нам еще немножко не повезло, что здесь
большое количество тяжелых танков против. Если бы здесь были бы сейчас против не тяжелые танки, а больше средних и легких, то можно было бы и по ним бы очень хороший урон накидывать. А тут одни тяжи играют, и в моменте просто их долго сливать. Так бы можно было бы вообще бы даже в рамках бы этого боя бы делать ваншотики очень вкусные. Так, пробуем накинуть, но меня быстро очень сбривают. Овердрайв появляется, можно попробовать сейчас оверку запустить. Через центр там как раз я вижу, что противник неплохо кучкуется. Давайте попробуем вот такую вот дать темочку. И под эту темку еще сыграть и попробовать доставить. Плюс 2 килла, по паладину урон. Ага, меня шариком твопят, молодой человек. Шарелла, плюс еще добавка урона от Теслы. По итогу меня уничтожают. Так, Хантер с резистом. Пробуем по нему накинуть. Отлично, миночка его урабатываем. Так, 3 с половой. Не, ну 3 с половой, когда залетает и ваншот по среднему танку. Это, конечно, ну супер жестко. Прям мега круто. По 3 с половой. Просто по 3 с половой. 3 с половой стычки. Ну что это вообще? И вы хотите мне сказать, что это не круто? Это безумно круто. 3200, ваншот. Блин, по Хантеру не залетела автонаводка, по другому танку залетела. 25 киллов, 450 очков. 8 минут до конца. Пробуем, пробуем, пробуем. Давайте. Надо постараться еще выиграть эту катку. Ой, не стоит. Ракета полетела с стороны. Я буду привыкать обратно играть на этом замечательном устройстве. Даже без большого сплэша. Я верю в то, что оно может быть супер жестким. Потому что призов не было большого количества. Потому что еще вчера от этой пушки в матчмейкинге резисты практически никто не использовал. Сегодня уже вон по 3 реза есть у противников. Так, попробуем здесь этого забрать. Блин, хотел забрать одного, потом перешла вся накидка по второму танку, и по итогу я не забрал ни одного, ни второго. Обидно, досадно. Ладно, так, пробуем. Отлично. Блин, ну как отлично? 800, маловато. Маловато как-то, ну по резу маловато. 800 как-то несерьезно. Вот когда по 2000 летит. Вот это уже интерес. Это интересная темочка. Это уже, как говорится, контентик. Так, ну и меня громчик очень сильно кошмарит. Надо взять рез от грома. Рез от грома. Скорпионов, не знаю, там были, не были. Ставил я от него резист. Так, пробуем. Нам надо выиграть вообще катку. 3 с половой накидываю. И постараться сближаться больше с противником. Пока что я уже перестаю выходить из доминирующего стиля. Блин, автонаводка слетела. Неплохую сводочку. О, овердрайвену вжимаем. Ой-ой-ой, линия вкусная полетела по итогу. Разыгралась линеечка. По 1700. Одни титаны. Тяжелые стоят, ребятки. Просто на тяжиках. 1700 на добавочку. 1700 на добавочку. 1700. Еще. Да, в два раза сплэш режется. В два раза сплэш урон зарезали. Обидно, конечно, что с такой пушки в два раза сплэшка стала меньше. Но в любом случае, вот это устройство точно стало лучше. С таким полетом ракет на уране можно делать грязючку. Ваншот! Бах! 3 с половой просто по среднему танку. Смотрите еще. Ах, не успел чуть-чуть. Не, ну то, что средний танк ваншотится и легкий танк ваншотится, средний без реза, легкий даже, о, вернее, не без реза, а без ДАшки, а легкий с ДАшкой, это очень жестко. Это прям безумно сильно. Так, ну и рикошет меня набривает. 3-4 килла, 5 минут до конца. 5 минут до конца. Давайте, давайте, давайте пробовать. Время еще полным-полно. 3 с половой. 3 с половой. Добавочку какую-то. Единственное только то, что мне надо
возвращаться с точки зрения страйкера в режим, когда мне надо попадать по противнику. То есть, если еще вчера я мог взять дистанционку и накидывать на ней урон, да, то есть просто кидать и рядом с противником, то уже сегодня мне надо стараться попадать каждый выстрел, да. И если я научусь и вспомню, каково это попадать на страйкере каждый выстрел, то на дистанции вот это вот устройство, именно это устройство, будет очень круто работать и будет супер актуально в матчмейкинге. Ну и плюс надо, конечно же, пользоваться еще сводками. Потому что я в моменте сводками не пользуюсь, а это по ощущениям очень полезная вещь, которой можно также обрабатывать противника и уничтожать. Просто уничтожать. Когда у тебя стычки летит по 2-300 урона, это крайне большое количество урона. Крайне большое. Да, то есть и с таким урончиком явно есть что противопоставить большому количеству игроков в матчмейкинге, если они играют не на тяжелых танках. Так, даем... Ах, сука. Ой, какая там шарела бы вкусная бы полетела бы. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая же там была бы тычка. Какой же там был бы урончикс. Блин, там было очень бы сильно, если честно. Там было бы очень сильно. Но, к сожалению, чуть-чуть не тушанул я контенту. Так, еще и урон не проходит. Ага, понял, прошел. Отлично, на Бревалова. Так, мы походу сливаем катку. Походу мы сливаем каточку. Надо в доставочку. Доставочку, блин. С режимом, конечно, тут что-то у нас немножко не пошло. Ну ладно. По итогу, не самый, наверное, образцово-показательный бой. Но, поверьте мне, это устройство я еще не раз буду восхвалять. Буду на нем играть и буду его реализовывать. Потому что мне кажется, что Уран вернулся в наш матчмейкинг. И это устройство будет очень круто себя показывать в будущем. Обязательно попробуйте, протестируйте вообще в целом страйкер, да? И попробуйте поиграть на этом устройстве. Пишите, что вы думаете по поводу страйкера. Если уже играли на нем, поддерживайте обязательно данный видос лайком, если вам понравился, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и, конечно же, не забывайте про мой личный тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике. Мой личный тег — это тег Team Pro, установите его, поддерживайте меня, участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 30 тысяч танкоинов. Вся информация по розыгрышу есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.